одинокий мужик решил себе пельмени сварить. Купил муки, мясо, а мясорубки у него не было. Пошел мясорубку у соседки одалживать. И пока звонил ей в дверь, промелькнула у него череда мыслей. Типа, так, я-то у нее мясорубку одолжу, она поймет, что буду пельмени делать. Придется ее на пельмени приглашать. Потом венцо, поцелуйчики, постель, дети, семья. Соседка открывает дверь, и он говорит, да пошел ты нахуй со своей мясорубкой.